The next station is Тимирязевская. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни.
Ну, в общем, я, короче, и приехал домой, снял весь свой путь. Там, извините, что молчал, когда ехал. Ну, там просто не поговоришь, там же люди вокруг, да. И в метро едешь, тоже люди вокруг. И в поезде ездишь, тоже люди вокруг. Будешь разговаривать, скажут, дурак какой-то. Короче, я там снимал молча. Вот, в общем, друзья, все, я приехал домой. Вот, сейчас принял душ и сейчас бегу к доченьке, к Лизочке. Вот, и пойдем с ней гулять. Так что видосы буду вам пилить из дома. Вот, 10 дней буду дома, потом опять пойду в Москву. Ну все, друзья, увидимся. Всем пока-пока.